Всего лишь, ладно, Бельчатов. Ой! Бельчатов, бой, ребята, сейчас сюда мажут по полной. Хорошо. И Лео тоже массовую атаку использует. Торнадо от Леонардо, ребята, мощная и незаменимая. Бабушкин холодильник, в бой! Мощная атака от Рафильма. Да, ребята, то, что нужно. И лючочек открываем, водичка их всех охладит. Раф классический практически всех добил, и еще диалоговые окошечки. Открываем их и запускаем. Запускаем вихрь из окон, ба-ба-бах! Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал. Нажми на колокольчик, поставь галочку, сохрани и будь первым. Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Детол, и мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Ребята, всем привет! Это могучее мутанималое испытание. Команда Детол, любимые наши черепулечки-ниндзя. И, конечно, ваши суперсоставы, которые вы напишите в комментариях. Итак, первый состав от нашего подписчика. Так, вот он составчик. Майки-видение. Майки-видение, майки-видение. Где наш майки-видение? Да. Лео-мультик. Лео-мультик, да. Раф-мультик. И Раф-мультик, да. Донни-фильм, здоровый наш. Да. И майки-мультик. Майки-мультик тоже с нами, тоже здесь. Конечно, вот он, наш, да, любимчик-уклонист. Ребятки, а если вы хотите такие же персонажи, как у нас, мощных, сильных, прокачанных, кучу мутагена, баксов, пропусков, да и всего-всего по игре, 80 уровень аккаунта, например, пишите нашему подписчику, ссылочка будет в описании к этому видео, уточняйте у него условия, и он вам обязательно поможет. Итак, у нас сегодня прям черепаший суп для вас, и мы сразу же повысим все уклонения, чтобы нам было полегче. Конечно, ребята, чтобы противники не добрались до нас и не нанесли дамаг. Опа, что это было? Это был луч никуда. Нет, Донни немножко задел он все-таки, но я думал, это была массовая, ну какая-то она кривая, да, была атака? Ну что-то как-то да. Ну что ж, смотри, как неплохо мы дамажим. Еще и Лео подлечился, молодец, ну хотя бы... Бам! А, кританул, вот это да. Сейчас мы еще атаку себе поднимем, чтобы, знаешь, для полной красоты картины. Вот так вот, ребята, и не сдобровать всем маленьким или большим противникам. Раз... Маузер практически получил нас, но контратакует. А, нет, двойную атаку просто. Просто двойную атаку и все. И добиваем 3600. Вот это ему сильно досталось. Так, вот это вот циклоп в оранжевой амуниции. Так, циклопчик, раз атака. И Лео, ты смотри, лечится каждый раз. Где он раньше-то был? Ну вот так вот, понимаешь, когда не надо, они все лечатся и все восстанавливаются, и все хорошо. Ох, ребятки, кто у нас здесь? Ты смотри. Антошка. Антошка Зэк. Ну-ка, ты получи, Антошка. 5000. Вот это да, ребята, вот это дамаг. И Антошки нет. Да, Антошке не повезло, попал под горячую руку. На повышенной-то атаке. Смотри, даже Майки по 4000 атакует. Ого-го-го-го, ребята, вот это повышенный дамаг, вот это круто. Итак, что же у нас осталось? Теперь красный вот этот красный монстр. Рыцарь-монстр-циклоп. Ну-ка, ох, получи, хорошо. И вот это вот клан-футовец с щупальцами на горбу у себя. Фуд-клановца долой. Поехали дальше, ребята, третья волна. А здесь у нас сейчас пойдут в бой массовые атаки. Да ты смотри, против нас Ханс, Тиранка, Рокзар, Саблезуб. И тигра, что ли? Да, тигра. Ой-ой-ой-ой, как хорошо. Так, Ханчик, слушай, Ханчику вообще практически ничего не досталось, так не дело. Ну-ка, получи, Ханчик. 1500 всего лишь, ладно, Бельчатов. О, Бельчатов, бой, ребята, сейчас задамажат по полной. Хорошо. И Лео тоже массовую атаку использует. Торнадо от Леонардо, ребята, мощная и незаменимая. И да, эффективная, что самое важное. Эффективная. И победа, ребята, шикарный состав, шикарная победа. Вы огромные молодцы. Пишите обязательно ваши составы в комментариях, мы постараемся за них сыграть. Так, следующий выбираем состав. И не забывайте, ребята, делиться этим видео со своими друзьями у себя в соцсетях. Размещайте на странице на своей. И просто рассказывать, что есть канал Детол. Чем больше у нас будет подписчиков, просмотров, тем больше будет видео. И более разнообразный будет контент. Да, ребята, больше игр будем играть, да и чаще. Ну что ж, поехали, следующий состав. Кто же? Лео Мультик. Опять? Ух ты. Да? Дальше? Майки Видение. Майки Видение. Дальше? Донни Видение. Донни. Да. Раф Видение Торнадо.
Раф, да, ой, сори, Лео случайно взял, Раф. И Сплинтер, учитель-мастер-мышь. Если ты любишь Лего, подпишись на наш второй канал Детол Лего. Ссылка в описании. В бой! Поехали в бой, ребятки! Первая волна, первая волнишка. Итак, кто нас ждет? Здесь Маузер и два фудклановца или рыцарь, это кто ты это смотри, такой? Ты смотри, что скорость атаки повысила, ай-яй-яй-яй, получил сразу контратаку за это. Ну, нечего было выпендриваться, понимаешь, вот он решил показать, что он такой крутой, а оказалось, что нет. Вот так вот вторая контратака была, и Сплинтер нам очень помог. Сплинтер вообще красава, смотри, практически двум противникам пол хп снес. Хорошо, ребята, хорошо. Так, ну что же, теперь остался вот этот рыцарь, циклоп, и Донни. Его... Нет, не добивает, жаль. Я прям так понадеялся, что Донни с одного раза прямо бах, и нету. Лео добьет его. Хорошо, ребятки, хорошо, Лео тоже молодец. Вторая волнишка у нас. Волнишка. И здесь у нас будет... Фишфейс всего лишь. Всего лишь фишфейс. Не страшный он, ребята, ну не давай страшный. Его все равно первому... Ты посмотри, какой живучий. Ах ты какой, фишфейс, фишфейс. Ну-ка, Сплинтер, пам! Долго-долго дамажим, ребята. Тут, ты... смотри, даже Донни не добил. Не смог, представляешь, это сделать и... Ты смотри, атакует даже нас, какой-то невероятный расклад. Бам, 803, супер! И давай теперь вот этих вот... Клан футовцев, фудклановцев добивать. На изи, я думаю, мы это сделаем, хотя три удара все равно нам потребовалось для этого всего дела. Да, ребята, мощные противники, смотрите, этот циклопчик все-таки сагрил на себя. Да, и получил за это. О, Донни все-таки молодец, конечно же. А теперь Леонардо. Бам! Показывает мастер-класс. А Майки добивает. Ребята, шикарная команда. Вот вы видите, как они слаженно атакуют. Прям шикарно. Ой, какие здесь враги у нас. Ты смотри, это Крис Брэдфорд там стоит в углу. Да! Ай-яй-яй-яй, ребята. Торнадо от Рафа, и практически никого нету. Я даже не заметил, кто стоял справа, но... Да, что-то кто-то был, да. Был. Вот кто-то был. Кто его заметил, напишите в комментариях. Да, ну-ка, Крисик. Пока, Крисик. Хорошо. А, теперь мощная атака. Глыба прям в Бакстера Стокмана влетает. Бакстер Стокман, пока! Ой, как по одной атаке, ребята, мы всех выносим. Как же круто это получается. Так, ну что же. И торнадо. Торнадо зверско уничтожает всех остальных. Лео бьет, но Рокстеди выстоял. Выстоял, здоровяк. Победа! Хорошо, ребята, отличный состав, отличная победа. Вы у нас просто огромные молодцы. Итак, теперь мы сможем сразиться еще за один состав от нашего подписчика. Кто это будет? Кто это будет? Кто? Кто это будет? О, все рафы, кроме ролевого, ребятки. Да? Да. Привет, Детол, написала Аня Вихрова. Кроме ролевого. Я прям ролевого прям хотел взять, представляешь? Да, вот именно... Место ролевого никого не бери, просто не бери его. Место ролевого никого не бери. Да. Ладно, взяли все, кроме ролевого, и отправляемся в бой. Конечно, ребята, рафы это мощные ребятки. Это не то слово, что они могут вытворить-то с таким-то запасом массовых атак. Контратака еще есть у нас, ребята. Вот это хорошо. Только единственный, конечно, минус то, что у нас нету хила. Ну да, вот есть один недостаток у них, но я думаю, возможно, нам он и не понадобится. Мы справимся, ребята, и уничтожим всех противников. Сейчас мы еще атаку себе повысим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не сдобровать противничкам нашим. Давай, фильм Раф. Нет, не удалось ему лечиться. Лечится, хиллер попался, ребята. Вот хитрюга. Ну ничего страшного, сколько вылечил, столько мы ему и отбили. Ха-ха, вторая волна. Кто у нас здесь, тиранка, что ли, Ванька там стоит? Я вижу его. Ух ты, три кланфутовца, ребята, три кланфутовца. Ну что ж, дамажим по полной. Получай его. Нет, не получилось. Давай, Раф. Ох, как, 4000 дамага. И мультикра. Все супер делает, все по красоте. Фильм. Так, фильм. Смотри, как фильм неплохо задамажил, хотя он не такой уж и мощный. Ну, повышенная атака, повышенная, да, повышенная атака пока что. Ребята, играет, конечно, роль. Играет. Это очень важно. Будет. Слушай, что-то ему прям неплохо так прилетело. Да, фильмик пострадал. Так, кланфутовец еще один поверженный, остался только один. И мы уже перейдем на
третью волну, ребята. Ну что ж, добиваем. Сильный удар был. И, ох ты, смотри, здесь опять... Шредер, прикинь! Шредер против нас, Рокзар, Ванька Стиранка и Антошка, что ли, Зэк там стоит, маленький худенький. Нет, это просто клан-футовец. А, просто клан-футовец. Ну и ладно, перепутал. Бабушкин холодильник, в бой! Мощная атака от Рафильма. Да, ребята, то, что нужно. И лючочек открываем, водичка их всех охладит. Раф классический практически всех добил, и еще диалоговые окошечки. Открываем их и запускаем. Запускаем вихрь из окон, ба-ба-бах. Да, победа. Победа, победа, дорогие друзья. И знаете что? Да. На этом у нас сегодня все. Да, ребятки, с вами была команда Detol. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь и не забывайте поделиться этим роликом с вашими друзьями в соцсетях, да и вообще везде, везде, везде. Всем спасибо, ставьте лайки и до новых встреч в новых видео. Всем пока, ребятки. Пока.